Мы все исправим, правда? Не уедем, пока не добьемся этого. Кажется, мы уже на месте. Добро пожаловать домой. Лучше, чем в отеле. Что с тобой? Я постоянно вижу это. Его и тебя. Прости меня. Давай начнем все сначала. Будто мы единственные люди на Земле. Зачем ты это сделала? Я могу помочь вам. Привет. Привет. Это Федерико, сосед Эдуардо. Сексуальный итальянец, да? Он просто помог. Пойду прогуляюсь. Хорошо, выпей. Какого черта он здесь? Федерико рассказал мне о вчерашнем вечере. Сейчас же уходи. Что? Мы больше не друзья? Друзья? Да я тебя даже не знаю. Все может быть иначе, слышишь? Федерико был здесь вчера? Опять начинаешь? Я ему не доверяю. Брайан? Знаешь, чем мне нравится охота? Азарт. Надень и жди меня. Ты ставишь ловушку. Я готова. А потом ждешь. Почему ты всегда рядом, когда мне нужна помощь? Он не сосед Эдуарда. Я знаю, что ты сделал! Почему ты только и говоришь об этом, Федерико? Когда капкан захлопывается... У жертвы такой взгляд. Идеальная западня.